Что делать, когда речь идет об угрозе жизни? В Библии описано множество случаев, когда народы шли на евреев войной. Нельзя найти ни одного случая, когда бы народы напали на евреев, даже не с целью склонить их к язычеству, а просто отобрать землю. И при этом еврейский лидер сказал бы: «Отдайте им землю». Нет ни одного случая, когда кто-нибудь сказал бы: «Отдайте им меньше, чем землю, просто платите дань». Самый известный случай — это судья Ифтах. Не судья в современном смысле, а судья в Библии. Он был лидером. В книге Судей мы читаем, как Ифтах услышал о том, что аммонитяне неожиданно объявили евреям войну. Представьте, вот он сидит у себя в кабинете, и тут ему сообщают об аммонитянах. Что случилось? Он пишет: «Что происходит? Зачем вы идете войной? Почему я должен с вами воевать? Я живу мирно». Тогда царь аммонитян отвечает: «Вы захватили нашу землю. Когда сыны Израиля пришли из Египта, вы захватили эту землю». И затем он делает очень умеренное заявление: «Отдайте нам землю, и будем жить в мире». Очевидно, это был один из самых умеренных арабов. В конце концов, он был из Иордании, а это восточный берег, не западный. Он лишь потребовал отдать землю. И вот как только его слова передало израильское телевидение и радио, тут же собрались все организации: «Мир сейчас», «Мир немедленно» и так далее. И заявили: «Это умеренный араб. Отдайте землю и получим мир. Вы что, хотите воевать? Если вы хотите воевать, тогда евреям придется погибать». Посмотрите, что он предлагает. Он не требует Хайфу, Тель-Авив или Иерусалим. Он даже не требует западный берег. Все, что ему нужно, это восточный берег. Какое нам дело до восточного берега? Ясно, что встает вопрос: что предпринять? Этот араб, а аммонитяне — арабы, этот нееврей предлагает мир. Он говорит: «Послушайте, вы захватили мою землю». И это правда. Здесь нет спора. Евреи действительно захватили землю. Сигон пошел на войну и проиграл, а в большинстве войн проигравшие проигрывают. В нормальных странах проигрывают проигравшие, только в некоторых местах проигрывают победители.
Так вот, Сигон проиграл. С его точки зрения, теперь это оккупированные земли. И вдруг он говорит: «Отдайте землю обратно, и будет мир». Ифтах не отдает землю за мир. Послушайте внимательно, что он говорит. Потому что в этом вся сущность понятия, почему нельзя отдавать землю ни при каких обстоятельствах. Он говорит: у вас есть божество по имени Кмош. Все, что дает вам Кмош, будет вашим. А все, что Бог дал нам, будет принадлежать нам. Он пошел на войну, и никто не спрашивает, погибнут евреи или нет. В любой войне погибают люди с обеих сторон. Он не отдал землю. Подумайте хорошенько над его ответом, и постепенно вы поймете, почему никому не позволено отдавать землю. Скоро вы увидите, в чем здесь отличие от Шаббата, Йом-Кипура и всех прочих заповедей.